До выборов в районные советы депутатов остается чуть больше месяца. Уже 13 сентября самарцам предстоит выбрать 284 депутата, из которых впоследствии сформируется и Дума городского округа Самара в количестве 41 депутата. По такой системе выборы в столице региона пройдут впервые за последние 25 лет. Любые выборы и выборы муниципальные должны, конечно, проходить в обстановке и конкуренции. Да? И мы надеемся, что такая конкуренция пойдет на благо горожанам, и что будут в районные советы, а впоследствии кто-то и в городскую думу избраны действительно те люди, которые отвечают запросам наших людей, самарцев, те, которые проявят свою эффективность уже на этапе избирательной кампании и смогут быть убедительными во время встреч с избирателями. На данный момент в Самаре наибольшее количество выдвинутых кандидатов у «Единой России». По состоянию на 31 июля из 555 человек около 200 уже были зарегистрированы. Сегодня регистрация кандидатов в районные советы депутатов началась в железнодорожном районе. У нас выдвинулось по одномандатным избирательным округам 65 кандидатов. Из них на сегодняшний момент зарегистрировано 29. Два кандидата от политической партии «Яблоко», 9 кандидатов от «Справедливой России», от ЛДПР 13, от «Единой России» 4 и еще в порядке самовыдвижения один кандидат. В Самаре регистрация кандидатов продлится до 7 августа, после чего выдача удостоверений будет завершена. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События.